Прочту Орлушкина. Орлушкина? Специально по этому случаю сочиненные стихи? Андрей Орлов специально для сегодняшнего фестиваля написал сегодня утром. Мы себе давали слово не читать стихи Орлова. Но так уж суждено. Затыкайте, братцы, уши. Пусть звучат слова Орлуши. Но будет ли смешно? Однажды я решил с сестрой рок-группу создавать. И для начала геморрой, как нам ее назвать? Сестра сказала «Rolling Stones». Я был, конечно, за. Но за стеной раздался стон. За стенкой жил лоза. Тут подвернулся книжный шкаф. Глаз у сестры горит, и как на кролика удав, сестра на шкаф глядит. Вот, говорит, Уэллс, фантаст, писал про невидимку, он все придумает за нас. Давай-ка, поглядим-ка, машина времени, ура, название первый класс. Похоже, говорит сестра, Макар прочел до нас. Какой Макар? Ты что, урод? Иди-ка, братец, взад. Ты сам мне песню «Поворот» пел 40 лет назад. На Достоевского гляжу. Нет, нам не подойдет название, так себе скажу. Подросток, идиот. Какой-то все не рок-н-ролл. Все как-то мутно, джазово. Постойте, кажется, нашел. Вот, братья Карамазовы. Сестра, умней сказать не мог. Уютные какие вы. Название этот уголок — рок-коллектив из Киева. Они там в Киеве шустры не только на Майдане. А нам остались три сестры на дне и дядя Ваня. Я по башке сестру. Херак! Сестра серьгою. Бряк! А может, назовем серьга? Ты что, совсем дурак? Вот так же, глядя в потолок или на девок в бане, назвал ансамбль, игравший рок, твой друг Сергей Галанин. Я от досады заорал отборным матом редким. Со страху с жердочки упал наш чиж, живущий в клетке. Лежит, не бьется сердце в нем, и дед в лапках трепыхания сдох. Может, так и назовем? Чиж и его компания. Сестра от хохота рыдает. Ты песню спой еще, наглец. И дорогая не узнает, каков у птички был конец. Я в плач, родители придут. Что скажем им, когда печугу мертвую найдут? Сестра сказала, да. А может, скажем, что успел его сожрать коте? Нет. Скажем, он на кухне съел отраву. ДДТ. А ДДТ, ведь это дуст. Я у сестры спросил. Зовут так нашу группу пусть. И любят со всех сил. Мы будем в группе петь вдвоем. Мы пить без смысла бросим. Мы им про родину споем. Мы им споем про осень. Сестра, и тут ты опоздал. Прости уж, Бога ради. Так Юра, музыкант, назвал рок-группу в Ленинграде. Вот интересное кино. Прям кругом голова. Что люди разные давно забили все слова. На книжный шкаф с тоской гляжу. Нет, это просто жесть. И Мумитроль, и Урфинджус уже в названиях есть. Ведь это форменный дурдом. Башку сломаешь тут. А люди разные кругом играют и поют. Так, люди разные. А что название хоть куда? В ответ кричит сестра. Не то, тут тоже ерунда. Есть коллектив такой давно.
все в Харькове живут и с наслаждением давно на сцене струны рвут. Да это ж полная фигня. Прям полный форменный капец. Была бы группа у меня, я был бы рок-певец. Есть голос у меня и стать, и внешний колорит. И тут сестра, обняв как мать, мне добро говорит: ты, Миша, говорю любя, у Мишка слаб и хил, поэтому зовут тебя Ефремов Михаил. К тому же, честно говоря, ты музыкант говно. Ты на рок-сцену лезешь зря. Снимался бы в кино. Я ей со средним пальцем жест. Не обзывает пусть. На сцене нет свободных мест. Фиг с вами. Обойдусь.